В Новом молодежном театре стартовал творческий сезон, который открыла постановка «Хармс. Все ничего». Спектакль притягивает своей новизной и необычностью. Игра актеров приковывает взгляды зрителей и заставляет задуматься над происходящим. Как-то мне очень нравится исследовать вот эту тему текста, слов, букв, вообще, как бы, что это такое, да, речь, ну, тут очень много всяких смысловых пластов, которые, в общем, четкого месседжа нет у спектакля. И каждый, в общем, сможет, каждый зритель в силу своей интеллектуальности или испорченности может найти там что-то свое. Обновленная обстановка создавала ощущение домашнего уюта. И директор, как гостеприимная хозяйка, первая вышла на сцену со вступительным словом. Я благодарю главу администрации Нижнего Тагила, управление культуры Светлану Валерьевну Юрчишину за безумную поддержку, за, правда, огромные силы, финансовые вложения. Театр этот должен снова начать яркую творческую жизнь. По окончанию спектакля зрители Нового молодежного театра громко аплодировали, дарили букеты, говорили слова благодарности. Ни у кого нет сомнений, что творческий сезон начался успешно. Да, все понравилось, все замечательно. Спектакль очень добрый. Ну, как бы и ни о чем, можно сказать. Но, видимо, про жизнь, про смех, что надо жить, веселиться, не заморачиваться ни на чем. В общем, жить и радоваться жизни. До Нового года в Новом молодежном театре готовят еще три премьеры. Детскую сказку «Зубная фея Мотя», спектакль по произведению Ивана Бунина и «Историю Ладошкиных. Зима». Денис Лавров, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.